мне понятно. Доброе утро. Добрый вечер. То есть у вас, извините, видите, слушаю ваше собрание. О. Это я сейчас сначала прослушиваю, еще не до конца. Как раз вы рассказываете о Justice, да, о вашей встрече. Да. Вот, и поэтому я и хотела дослушать до конца и выйти с вами на контакт. Но боюсь, что вы уже будет поздно для вас. Да. Вам надо отдыхать. Прошу прощения, так поздно. Значит, что? И еще в этой вашей беседе очень интересное собрание, потому что там рассказали о русских юродивых. Да. И вот я хочу подключиться. Есть такая замечательная книга, Игнатий Тихонович. Да. Георгий Федотов. Но... Георгий Федотов. У него целая глава, посвященная юродивым. И что там? А вот, ну, вы можете сами почитать, посмотреть, немножечко дополнить выступление того, девушка прочла из интернет о юродивых, а вот человек ваш, он доктор, да, сказал, что это, так сказать, не от Господа. Он, так сказать, не согласился с этим. Так вот, Федотов как бы посредине, потому что он... и анализирует это явление. И, во-первых, говорит, что это явление не только русское. Оно было в Европе, естественно. И самое главное, его анализ, как только падение нравственности и вообще даже экономическое падение, то процент юродивых поднимается вверх. И когда, так сказать, благополучие в стране, процент идет вниз. И в этом смысле, конечно, Русь древняя именно и отличилась, что именно процент всегда был очень высокий, именно на Руси. Юродивы как бы как тестировали, проверяли, делали такую, ставили планку именно нравственного, духовного роста страны, той или другой страны. И поэтому вот здесь он говорит, что... пожалуйста, по столетиям чтимые русские юродивые распределяются так, по статистике. В XIV веке 4, в XV веке 2, в XVI 14 и в XVII 7. И вот именно у него в этой статье акцент на XVI веке. Это, помните, смутное время, да? Раскол, вот это все. Эпоха Ивана Грозного. Поэтому... больше процент святых. И в конце концов, опять же, еще такая фраза. Опять, это всегда же была вражда церкви с государством, если помните. Церковь передает государственное строительство всецело царю. И этот процесс, юродивый как совесть, выносит свой суд, тем свободнее и авторитетнее, чем меньше церковь связана с миром, чем церковь более радикальнее отрицает мир. И юродивы вместе с князем вошли в церковь как поборники христовой правды в социальной жизни. То есть они именно как такой термометр состояния социальной жизни в мире. Вот. И то, что сегодня вот ваши друзья говорили о том, что действительно огромный процент, как под юродивых рядились люди, это правда. Это правда. Но вот особенные юродивые, которые уже были чтимы церковью и были канонизированы как святые, действительно, это подвиг. Это подвиг. Если мы больше всего знаем Ксению Петербургскую, больше всего материалов о ней, свидетельств о ней, она потому что ближе к нам, к сегодняшнему дню. Кому охота образ жизни такой вести? Кому хочется? Вот. Так что, в общем, интересно. Я знаю эту статью. Посмотрите повнимательнее, побольше. Может быть, что-то поглубже здесь что-то найдете, откопаете. Например, первым, вот еще, что юродивы пришли с севера.
в город. Это же Московия строилась. Юродивы пришли с севера. Первым настоящим юродивым на Руси был Прокопий Устюжский. Его житие составлено уже в XVI, а время жизни его относится к XIII веку. XIII. То есть мало летописи, мало осталось истории, материалов. Вот. Что там еще? Ну, одним словом, просто приглашаю эту тему продолжить. Вы кому-нибудь из молодых ваших ребят попросите почитать из Федотова главу о юродивых и потом обсудить. Это очень интересная тема. Очень. Это действительно всегда баланс между материей и духом. Мы же все состоим из тела, души и духа. Как помните, у воина Есинецкого епископа Луки есть книжка «Дух, душа, тело». И вот они в нас и борются всю дорогу. То это побеждает, то это побеждает. И вот маленькая проблемка России сегодняшней, что перевешивает в эту область материализма, то есть совсем уже утонула Россия в этом болоте материальном, беря с нас пример. Вот. Поэтому юродивые появятся, наверное. Ну ладно, все, это моя философия такая утренняя, вам уже отдыхать пора. Ну и я послушала, вот не дослушала ваш отчет о встрече с Уокером. Я тоже обсуждать не хочу, вы так все и поняли, как. Все так и прошло, вы все увидели, вы увидели дух миссионерства, который полетел на Русь 30 лет назад. И вот какие семена они посеяли, оставили своих последователей в виде родных, в качестве собственных детей, которые тоже распыляют свой дух, свой стиль на территории России. Вот так. Так что опять вам, дай Бог вам силы, выстоять все это все. Надо вам выстаивать, противостоять всему этому. Вы же видели, вы его, конечно, замкнули мощно. Он закрыл рот и перестал даже что-либо говорить, не только смеяться. Но мне жалко ваши книги. Вы так ему эти книги вручили, он их довезет, довез ли он их до дома. Вы же видели, с какой физиономией он их взял, ваш дар. Вообще. Вот хоть бы сыграл роль, хоть бы там заулыбался. У нас же стиль такой, мы должны всегда благодарить. Он даже не смог, у него не было сил сыграть эту роль, отблагодарить вас за этот дар. Или не хотел, или вообще не знаю. То есть ваш дар, может быть, даже ожег его руки, ожег его так, что он не смог даже никак подыграть. Это удивительно, а мне жалко ваши книги. Как что, собственно... Наш Стив, он давно получил наш подарок, я думаю. Ни ответа, ни привета. От него ничего. Ничего. Да. Вот так. Так что подумайте. Может быть и хорошо, что ни ответа, ни привета. Бойтесь. Донайцев дары приносящие. Вот донайцы принесли дары на Русь 30 лет назад. И вот Уокер так и засел, как большой дар сибирский. Вот. Так и вы приглашаете все... этого Стива. Помните, бойтесь, да, донайцев, дары принесящие. Вот мысленно так, представим, что я с Федотовым разговариваю. Я эти книжки-то считал. И вот вопрос, а почему не было как Христа ни одного юродивого? Вопрос, расширяем его. Почему не было при апостолах, ни в Деяниях, нигде? На это почему ответ только один. Погибла проповедь, святое благовестие. И тогда начали придуряться, потому что правители злобные убивали, а этих как-то щадили, дурака, какой спрос. Вот и все. А теперь уже книжки пишут, одобряют. Ни одного намека нет в Слове Божьем об этом. И поэтому, чего Библии нет, о том не рассуждаем. Об юродивых ни Златоуст, ни Василий Великий, ни Блаженный Августин, ни Киприянка. Никто не говорит. Нет, это все не от Христа.
Христос – это благодать Божия через проповедь. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Чего нам непонятно? От слышания, а это в руки они не брали Евангелие, ни один. А вот делают они это, я сегодня-то я говорил о том, что они вытворяли-то. Это люди, которые берут из жития, только из жития. И они что делали? И матерились, и безобразничали, и калом кидались, и чего только не было. Почему? А это дозволено. Он дурак, с него спроса нет. А вот он сказал, ешь мясо. Вот это. Сказал, не сказал. Далее жития пишут, там такая шлифовка идет. Вот когда Матрону канонизировали, теперь которые рядом были, публикуют. Она очень сильно облещала священство, которое не учит. О, это не пойдет, сразу вычеркнули. Да какая же это биография? Это когда биография. Да, да, да. Это все, что есть. Вот как я есть какой, так и напиши. А не то, что тебе нравится, не нравится. Тогда это не я, не моя биография это. А житие это есть биография. Так ничего не получится. Относительно дури этой, которую называют юродца, в Слове Божьем нет даже намека. А чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Слова Иоанна Златоуста. На эту тему даже и говорить не надо. А вот они проявляли какое время. Больше Федотову заниматься нечем. Почему он не пошел, не благовествовал Христа? Живое Евангелие, радостную весть о воскресшем. Там, глядишь, Иван бы грозно обратился, и сын его так бы себя не вел, не вызвал. Все по-другому было бы. Нет проповеди, ничего нету. Вот представьте, мы оказались в тюрьме, и там юродивые все собрались вместе. Их просто опустят и все, опустят, то есть изнасилуют и выбросят. И больше ничего не будет. Но если я им свидетельствую о Христе, у меня сзади становились люди, не спрашивая меня на молитву вместе со мной. Живое слово все расшибает. Это все выдумка. И это не Божье дело совершенно. Потому что прославляется мудрость, а не дурость. Мудрость. Начало мудрости, не дурости, страх Господень. А какой тут страх Господень-то? Слово Божие вообще не звучало. Мы говорим о вере. Если веры нет, то верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А вера от чего? От слышания. А слышание от чего? Бабушка в церковь? Нет, от Слова Божия. Все. Это дальше идти некуда. И Господь говорит, что 12:48 Евангелия от Иоанна, я не сужу. Слово, которое я говорил, не уродивое, а оно будет судить. А оно совершенно вопреки их. Слово Божие будет судить. Для меня это понятно было первый раз, я стал читать Евангелие. Я понял, все мои знания, законов, конституции мне ничего не дадут. Мне потребуется тот закон, по которому Бог поставит передо мной все. В него я вошел или нет? Слово Божие в последний день будет судить вас. А по иродивому ничего нигде нету. Это ссор, мусор. Люди придумали. И люди, не знающие Бога, канонизируют. Люди, не знающие Бога, к ним обращались. Вы слышали, что я там сказал на собрании? Это нет? Я вот не дослушала, боялась уже, чтобы услышать. Видите, я там сказал определенно. Есть люди, которые насказательно говорят, они не юродствуют, но говорят, вот подошел на фаны Давиду, сказал, там овечка была, отнял. Тот понял о чем-то. Он тогда говорит, это ты отнял единственную жену, а у себя 10 и бросил. Вот это было и насказание. Это считаем житие святого Пантелеимона. Его не было, он учился на врача, а учитель спрашивает. А в это время Ермолай его за ним следил, пресвитер, тайный. Прятался, и он его поманул, и он зашел к нему, а ты где? Он видит такой добрый, глаза у него, да там, и говорит, давай я тебе о Христе расскажу. И он 3 дня его не упускал. И теперь тот учитель, профессор спрашивает, тебя еще дома не было? Он говорит, отец показывал свое имение, которое может мне достаться. Он говорил о Царстве Небесном. Отец говорит, а где ты был так долго? Он говорит, учитель мой показывал, как легче всего учить. Крестное знамение. То есть он обоим ответил правильно, но и они поняли по-другому совершенно. Это церковь не запрещает. Иносказание называется. Ино. Как в виде притчи. Такое можно быть. А иродивого нету. Вообще нету нигде. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете. И прославляется везде только мудрость. Мудрый человек выбирает. Мудрость, но не дурость. А юродивые и блаженные, вы их не ставите на одну линию? Назвали. Блаженные нищие духом. Это же не юродивые. Блаженные плачущие. Что, юродивые, что ли? Ну, я вернулась опять к вот
Ксению называют блаженной. То есть Там это большой... Звали люди, не знающие Бога. К ним никак это не относится. Юродивые. Юродивые значит дурак. Дурак прямо. Я там говорю к нашему тут архиепископу, пришла одна юродство. Зачем тебе юродство? Ты дура от рождения. Это пошла вон отсюда. И все, ее благословил. А она, который там помогал там в дверях, но еще в лоб ее шалканул. По всему двору слышно, как у... И все, до свидания. И все кончилось. Я рассказываю, как юродствовали, кричали женщины в церкви до нового священника. Одна ей дают, другая тоже начала. А почему? Ну, по разным причинам. Кормят, помогают. Русские люди любят. А по Евангелию... Кричали, то есть как-то еще есть слово «кликушествует». Вот еще это есть слово, есть. Да? Кликушество это и есть, они юродствуют. Да. Теперь Жассас был как... Хорошо, что он был. Хорошо, что приехал. Явно видно. Он круто бесноватый. У него это не просто так. Вот мы идем по двору, здесь это все заснято. Я иду, он от меня несколько шагов подстает, а за ним Володя снимает. Никого нигде нет. Один во дворе идет, он га-га-га-га. Проходит маленько, еще несколько шагов. Га-га-га. Это другой голос, другая интонация, другой тембр. Это дьявол. Он же вам сказал, что он болен. Видите, он слепой, у него глаз, голова... Болен он о глазах сказал, о глазах. О глазах, что его так, когда считает, его голова мотается. Это я верю в это. Бывает такой, тик бьет, он считает за каждой строчкой вот так. Плохо видит, на экране ничего не видит. Я подарил книгу, там рядом люди бывают, книги подарил. Я не жалею. Потому что большего подарка он нигде в России не получит. А его впереди ждут большие переживания. Вопрос, доведет ли он ваш подарок? Вот беда. Я перед Богом. Я даю, мы молились во имя Бога. Перед Богом. И поэтому я за них не отвечаю. Книги мне не принадлежат. Они все написаны в пророческом духе. Я не заглядывал в глаза людям. Пророк кто? Я говорил так, как Слово Божие приучает. Он побыл, уехал, благословен Господь. Оставил даже баночку меду. Я Володе отдал, и все на этом. Так что, что был он, это хорошо. И люди, которые о нем говорят, это люди совершенно неверующие, не православные. Один священник, Петр Михалев, я с ним разговаривал. Вот он ему там ответы дает под этим роликом. Он свой ролик выставил. Свой. Он там сократил, что-то убрал. И одну и ту же фразу мою 5-6 раз повторяет. Где-то такое есть. Он вдалбливает. То есть он такой таким махинациям, которые только безбожники против меня могут идти. Он этот мой ролик от меня снял. Он-то не снимал. И он теперь... Вашу беседу. Он снял вашу беседу и ее изменил. Да, конечно. А где это можно посмотреть? Да я могу сейчас прямо сразу вам скинуть ее и все. Я вашу беседу дважды послушала, внимательно, дважды. Я что ему могу сказать, что его не слышит, он как деревянный. Да, он да, да, да. Я и сказала, вы его, так сказать, заткнули, чтобы он перестал хакакать. Да. И он окаменел. У него даже, он просто был как каменная фигура. Да, да, да. Ну, что сказать, что сказано было, да, ему нигде этого не говорили. Наконец это услышал. Эта горячка пройдет, а Господь Духом Святым, раз я молюсь, будет поворачивать его сюда. Он будет вспоминать. И может на одре болезни Господь его обратит. Мы не торопим события. Он наконец-то приехал, и то, что услышал, он нигде не услышит. И нигде таких подарков в глаза не будет даже видеть. Теперь у него все есть, он вооружен. А может читать жена, а может друзья, кто-то увидит книги, прочитают. Так что тут у Бога вариантов много. Дай Бог, вы полны надежд, что у вас только еще сил. Боже мой, слава Богу. Я молюсь, и на этом все. Больше я что могу сказать? Я молюсь, и я вижу ответ Божий где-то. Его не было, он мог не приехать, ответов никаких не было. И вдруг Володя говорит, он на Володе вышел и едет через сколько сейчас, а то нет, уже подъезжаем. И сразу, а мы уже готовы были вышли встречать. Ну, это сколько поговорили. А другой ему не надо ничего. Ему нужно было услышать, что есть церковь. Он, у него понятия никакого. Он говорит, во-первых... Никакого? В том-то и дело, что... Такое ощущение, что вы говорили, а он вот так сидел. Да. Он на него... До него... Вот вы поняли? Вы поняли зомбированность? Вот протестантизма? Я не скажу такое слово, но которое там комментарии много дают. Это все вот такие люди и приходят, которые никакого отношения не имеют ни к подвигу христианскому, ни к благовестию, ни к чему. А он-то смотрит, а меня многие поддерживают.
Так третья часть ангелов пала на небо, с неба. Они-то еще, они не спят. Он ходит, как рыкающий лев, кого поглотить. Пусть он бросит вот это гигиканье, и он поймет тогда, кто в нем сидит. А этот ему запечатал мозги, он даже не слышит. Я что мог, больше ему... я не мог дать, никак. Вы ему говорили про церковь, говорили. Он совершенно не слышал ничего. Он знает, он начитан, но ничего не знает. Златоуста ни одного тома не прочитал. А я считал, я тогда решил, какой, а он ничего не может сказать. А в том-то и дело, протестанты, они только держат Библию, а истории церкви для них ноль, им не нужна история. Так история церкви, как раз и сохранила Библию, это ее бы не было. Это труд православные соборы установили, какие канонические книги. 20 Евангелий вот. Было, осталось 4. Ну вот теперь вы поняли, хорошо увидели, что такое американское протестантство. Я ему сказал, а почему Митчелл, ваш друг, нашел православие атеизм? Он никак не отвечает. Никак. Судя по всему, они условные друзья. Он даже не мог сказать, сколько у него детей. Это смешно же. У него 14 детей, а этот 6-7, наверное, вот так друзья. Вы знаете, сколько детей у ваших друзей, или вам это все равно? Да. Это очень странно. Так что, ладно. Ну, главное то, что мы встретились. Встретились мы, все по-хорошему. Теперь я могу говорить не поза глаза. Сказал, а говорить-то и не о чем. Таких еретиков у нас пруд пруди везде. Он не углубленной мысли, ничего нет. А я ему молюсь, то есть он своевольный. Об этом Феофан Затворник говорит. Почем пост не соблюдающий, я ему говорю, среди православных живешь-то, утроба не сытая. А вот я вот так буду. Феофан Затворник показывает 4 причины, почему не постишься. Не хочу, вот это главное. А когда умрешь, тебя, говорит, демоны потащат в ад, хочешь, не хочешь, пойдешь. Вот весь тебе ответ. Он вне церкви. Он никакой, вообще никакого отношения не имеет. А он со Христом. 20 тысяч разных названий в Америке, он знает. 20 тысяч, как называют деноминации, то есть ересей. Ну а ты-то к какой принадлежишь? А он свое. Никому. Да я говорю, 2001 будет тогда. Правильно. Вот так вот. Он попал куда надо и что надо. По крайней мере... Он-то попал, но он же тоже активен. У него свой сайт. И посмотрите, сколько подписчиков на его сайте. Много. Много, мало избранных. Какие они подписчики-то? Я посмотрел, которые выступают. Они ничего не знают. Им ничего не надо. Живут мирской жизнью люди. Вообще ничего не знают. Ну вот он сказал так. Это очень просто. Поста не надо. Я за Джастаса. Без поста. Теперь, которые там это знают, 300 томов палеантов толкования святых отцов-то. А он говорит, не надо. Не надо. И я тоже. А понимать как? А что на сердце положит? Кто положит? Кто тебе положит? Очень жаль, что вы не задали ему один вопрос. Если он такой ярый протестант, а это значит, не нужна ему ни история церкви, вообще не нужна церковь. Зачем он приехал в Россию и сидит здесь всю свою жизнь? Сидел бы он там, в протестантском мире, то есть вот у нас здесь. Почему вы не задали этот вопрос? Я не задаю этот вопрос. Он не ответит на этот вопрос. У него роль назначена, он ее выполнит. Вот на меня один нападает сейчас там Синицкий где-то. Это масоны. Масоны. Специальная задача раздробить христианство, православие. С сектантами они не борются. Почему? Они сами сектанты. Сделано. Все ушло. Возврата к этому нет. Но обращаться будут. А что они там дают, какие рецензии? Сегодня посмотри, как они люди клеймят Солженицына. Чего только не придумывают. Человек недавно жил, умер. Равных ему никого в этом столетии нету, даже прошедшем. Да не только в одном столетии. А они его всяко-всяко называют где-то. Что сказать на это? А ты послушай, что говорят против Христа. А против Церкви Христовой, да, слушать даже не надо. Главное, что мы сказали, ничего не скрыли. На этом все. Я его не пытал. Он сам сказал про такой-то. Златоуст считал. Я тогда задал вопрос, какой том? Он, мне кажется, ничего не знает. Он в руках даже не держал ни одного тома. Чего? А это 12 томов, а он знает. А другие, которые сразу бы сказали, да как же ты сказал? Нет, это хорошо, не надо. Все сказать. Сейчас я вам его постараюсь скинуть. У меня один вопрос.
напоследок, и все, и мы заканчиваем беседу, вам нужно отдыхать. Я собираю навестить своего сына, смотрю сейчас билеты, но если это Германия, то рядом Россия. Можно ли к вам завернуть, наконец, я, если я куплю билет, то я уж точно доеду до вашей страны. Когда, в какое время? Это получится где-то конец апреля, почти, или первые числа мая. Ну, это неудачное время? Главное, я-то здесь буду. Я с 10 июня уезжаю туда. Июня или мая? Нет, июня. 10 июня у меня день рождения. В это время я это выезжаю. В этот день выезжаю сюда. Это я прекрасно помню. Я думала, вы все-таки в мае уезжаете как? Туда, нет? Как нет? Я в городе буду, а без меня вы там еще приедете-то. И дорога ну, еще не просохшая будет. Самые тяжелые дороги, да? Да, конечно, там вообще проезда никакого не может не быть. А как же ваши молочники ездят в течение всего? Едут, вот сейчас, допустим, едут. Они едут в обратном направлении на снегоходе. А там машина в той деревне стоит во дворе. Но это сейчас, а вот апрель, май. Едут, они там знают дорогу, полями там выезжают где-то, которые на бригады дорога-то. Ее даже я знать не знаю. Uh-huh. Выехать, главное, на трассу. Uh-huh. Ну, вот. Они вот а когда приезжают так. Когда начинаются у них огородные дела? В июне только? Не в мае? Они как делают? Когда вот этот момент уже снегоход не проедет, снег растаял и грязь. Они пригоняют сюда машину, у меня оставляют машину здесь. А в это время поездом приезжают, там кто-то второй ждет продукт, он приходит, у меня машина забирает, развезли, сделали, опять на поезд уехали. А поезд... Но ведь от поезда еще надо дойти идти, ну, километра, 4. Там 4 километра, там можно дойти. 4 километра-то. Он, что он не дойдет-то? Дойдет его, там могут встретить даже на коне верхом там или как. Сейчас коней там. Ну, в общем так, там трактора рядом, 4 километра, и трактор свободно пройдет. Тем более у него такая техника. А я думала, вы все-таки нет, в мае уезжаете. Никак, проходу нету, и я не знаю, не ожидал. Я же говорю, когда, с 10 июня до 10 октября я там. Вот надо обдумать. Хорошо. Я тогда, вы мне дали информацию, я буду дальше думать, перестраивать, может быть, свой график. Да как вот, же вы сразу не спросили-то, я бы, вам не надо было перестраивать, сразу бы взяли. Сразу на что? На какие даты? На этот, на график-то. Вы сразу бы и правильно его сориентировали, с 10 июня. Вот сейчас я это взяла информацию и буду дальше пожалуйста. Все это перестраивать, посмотрим. Ну, в общем, вы меня приглашаете, к вам можно. Конечно. Разрешение вопросов нету. Только надо узнать, от Мичела кто-то едет или нет. Летом нет, он же фермер, никто от него не поедет никогда. А то есть осенью только. Да уверяю вас, и осенью он изменит свои планы. Он же всегда меняет. Ладно, главное, что. Лето на осень, с осени на зиму, и так он посмотрим. Он не отвечает. Я ему ответил от Жастаси как раз. Да, последнее письмо, все послал это. Может быть, из-за этого, а может быть, ну, он сказал, что я, мне нужны эти материалы, я считаю, тем более с таким-то переводом-то. Да. Да, о крещении, о войне, все ему послал. А встречу вашу вы ему послали? Нет, не послал. А куда я пошлю? А пошлите. А куда пошлю-то, когда у него, как бы он в скайпе был, я бы послал. И вот вам, вы ему и пошлите там. А, да, нет-нет, можно на мессенджер. Есть такая вещь, мессенджер. Ну, и на мессенджер можно посылать видео. Хорошо, я ему пошлю. Он, как ему перевод должен быть-то? Как он будет слушать-то? А устроит. Если захочет, он устроит. Он знает, должен знать эту программу. Большая самостоятельность дается. Ничего, ничего, точно, отличная идея. Я ему пошлю как привет от нас. И, может быть, он мне ответит, как вежливый, воспитанный, или здесь, в общем, все мы такие вежливые, благодарность за подарок, за книги, почему-то он застрял. Я ему предложу, вот вам беседа вашего друга с Игнатием Тихоновичем, и вот вам программа Skype, это самое, Translate Program на Google, и все.
И пусть он Ну хорошо, ответит если нам. так будет, да. Отлично. Ну а тут я сейчас вам скину его, где там он отдельно себе поставил. Хорошо, хорошо, да, это Снимаю его, интересно. потому что он-то не снимал, мы снимали. Ну все тогда, с Богом. Спасибо большое. Спасибо, спокойной Спасибо ночи. вас. Вы на это смотрите, я в этот ролик наш разговаривал, так к утру, может, загоню сюда. С Богом. Аллилуйя.